армянские незаконные вооруженные формирования, находящиеся в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, сообщает в воскресенье Министерство обороны Азербайджана. 12 марта с 18 часов 15 минут до 2 часов 20 минут 13 марта члены незаконного армянского вооруженного формирования подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Хаджавенском и Тюртярском направлениях. В Минобороны Азербайджана заявили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях. Потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет. В настоящее время ситуация в указанных направлениях стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанских подразделений. Подпишитесь на наш канал Budranews и будьте в курсе всех событий.